Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире канала 16, программа «Актуальное интервью». И по случаю Всероссийского дня хоккея 1 декабря у нас в гостях Сергей Витальевич Клюбакин, тренер хоккейной школы «Саров», спортивной школы «Саров». В конце этой передачи мы проведем розыгрыш интересного сувенира от хоккейной школы, от хоккейного клуба даже. Поэтому не переключайтесь, смотрите до конца. Ну, а мы начинаем. Сергей Витальевич Клюбакин родился в 1977 году в городе Арзамас-16, воспитанник Нижегородской хоккейной школы. С 1993 по 2002 год играл в основном составе команды «Торпедо». Окончил Нижегородский университет, тренер-преподаватель первой категории, кандидат в мастера спорта. В настоящее время заместитель директора спортивной школы «Саров» по спортивной работе. Тренирует команды 2010 и 2016 годов Саровского физтеха. Сергей, здравствуйте. Спасибо, что к нам пришли. Здравствуйте. Наверное, первый вопрос, который меня лично волнует. Я стал недавно совершенно стал любителем хоккея, когда в городе появилась любительская команда. Вот ХК «Саров». 3 года назад ушла команда ВХЛ из города, да, вот на ее месте возникла любительская команда. Насколько важно вообще наличие команды, да, которая борется в каких-то турнирах, может быть, тут в Нижегородской области, для зрителей, для вообще массового спорта? Ну, вообще хоккей – это такое, знаете, шоу очень красивое, да, где катаются, играют хоккеисты весом, там, взрослые, я имею в виду, вместе с формой 120 килограмм, и забивают шайбу, применяют силовые приемы, силовая борьба, и все это выглядит очень красиво, потому что это на высоких скоростях, соответственно, с обилием там голевых моментов. Но здесь давайте сначала о любительской команде «Саров» и высшей хоккейной лиги. Тут два разных уровня мастерства, да? Высшая хоккейная лига, какие игроки там собраны? Во-первых, там чисто профессионалы, да, которые зарабатывают деньги своей профессией. Ну, то есть игрой в хоккей, соответственно. Да, игрой в хоккей. Они живут хоккеем, у них определенный есть режим. Они готовятся к играм ежедневно непосредственно. И получается, они все находятся под самой там главной командой «Торпедо», да, откуда «Торпедо» скидывает игроков. И, соответственно, качество игры очень высокое. Любительская команда – это все воспитанники Саровской школы хоккея, да, которые выпускались из школы. И, соответственно, не профессионалы, как вы сказали, любители. Правильно, любители. Они работают, потом вечером приходят, да, на тренировку. И то не каждый день, ежедневно это получается 2-3 раза в неделю. И потом они играют на первенство области с другими городами. То, что касается зрелищности, то я думаю, что сопоставить эти два уровня где-то можно, потому что и там быстрые атаки, все красиво, все эффектно. Но вот по качеству мастерства высшая хоккейная лига, она, конечно, посильнее. Оно естественно, потому что человек работает как бы игроком, он каждый день находится в тренировочном процессе, это верно. Но и мне, вот как зрителю, да, как любителю хоккея, с точки зрения вот посмотреть на саму игру, мне кажется, болеть за наших приятнее. Потому что, ну вот в ВХЛ там, может быть, 1-2 игрока были выпускники нашей школы, да, а здесь все наши, вот что очень важно. И это действительно вот приятно, да, то, что ни одного легионера, все наши выпускники, каждый год команда пополняется. И в связи с этим вопрос. А вы же, собственно говоря, их и тренируете, да, потом они выпускаются и приходят, ну, допустим, те, кто не уехал учиться куда-то, да, остались в городе, они приходят играть в хоккей уже вот, ну, в команду. Каково это играть со своими воспитанниками? Ну, это очень приятно, которых обучаешь, они растут сначала вроде как ты сильнее их, а потом все это уравнивается и где-то это уже вместе одинаковый уровень, даже где-то уже посильнее тебя становятся игроки, потому что они помоложе, да, потому что возраст берет свое все-таки. И получается, что мастерство это сравнивается, но играть очень приятно со своими воспитанниками, помогать им где-то подсказать, где-то слово поучительное сказать. Это всегда приятно. Кто из молодых сейчас пришел в команду?
вот, нападающие, защитники? То есть насколько сильно обновился состав хоккейной команды, сборной города? Ну, наверное, это вопрос к Сергею Макеевичу, скорее всего. Но я за всем этим слежу, я все это знаю, потому что я сам играю за эту команду, да, пускай не каждые игры, в связи с тем, что я тренирую, у меня не получается ездить на выезды. Вот. Но пришли ребятки 2003 года рождения, защитник, два защитника и один вратарь. К сожалению, пока не пробились в состав еще двое нападающих 2003 года рождения, потому что у тренера Саров непростая задача. Ему надо было выбрать из 35 человек состав. То есть, в принципе, заявку 30 человек. Скамейка большая, в общем. Да, скамейка большая. Но это вот Влад Феоктистов, защитник. Это Леонид Шемяков и Артем Келин. Ну, надо отметить, Влад Феоктистов хорошо себя показал и в игре, в стартовой игре. И, я так понимаю, он в Сеченово очень неплохо выступил, как... набрал очки, имеется в виду, да, как с точки зрения ассистента. То есть, в принципе, хорошее усиление, да? Ну, Влад Феоктистов всегда был лидером среди 2003 года рождения ребят. Его очень каждый год звали в систему «Торпедо». Вот. Но он выбрал другой путь чуть-чуть. Он решил посвятить себя учебе вот, дальнейшей. Потому что, я думаю, так... может, перестраховался. Хоккей – это очень травмоопасный вид спорта, да, получил травму, и можно больше не выйти на лед. Вот, а здесь вроде и детишек тренируешь для того, чтобы у кого не получилось, у них хоккей-то в дальнейшем остался в сердце, вместе с ними на всю жизнь. Соответственно, после выпуска школы также можно продолжать играть в хоккей, наслаждаться им, неважно, на каком это будет происходить уровне, он с тобой уже остается на всю жизнь. Вот. И Влад, соответственно, он сейчас и играет и за главную команду, и еще играет за Сарфти, которая образовалась два года назад. В студенческой лиге, получается. И в студенческой лиге, да. Вот два года назад образовалась команда Сарфти. Тоже там воспитанники школы Саровской. Тренер у них я. Опять же. Да. Но тренировки проходят больше после где-то часа в 10 часов вечера. Вот. Но ребята приходят, молодцы, стараются. Часть играет за команду Саров, вот основная. Вот в позатом году мы заняли 5-е место. Это студенческое? Да, в среди Нижегородской области. В том году мы уже заняли 2-е место. И вот в этом году мы планируем уже бороться за только самое высокое место. Я считаю, что у нас одна из самых лучших школ в Нижегородской области, где как и подпитка для Торпедо. После Торпедо. Я имею в виду. Ну, понятно, что Торпедо все-таки это другая система, другой уровень. У нас-то муниципальная школа, а там это школа при клубе хоккейном, да, и понятно, что она, плюс она государственная, то есть да. Она на балансе Нижегородской области находится, там немножко другой уровень. Касательно как раз вот этого, этой разницы, хватает ли ресурсов хоккейной школы, да, для обучения детей? То есть вот давно уже идет разговор о том, что нам нужен ФОК, не хватает льда всем, в том числе группам здоровья, потому что люди же играют не только профессионалы, ну, условно профессионалы, да, хоккейной школы, которые учат, но еще просто люди сами для себя катаются, играют в хоккей. Насколько вот востребовано количество льда сейчас? Льда, естественно, не хватает. Вот, если посмотреть по статистике, то в школе у нас обучается 295 ребят. Да, включая разного возраста. Да, это начиная с 5 лет и до 17. 11 групп у нас, начиная с СОГов, НП, УТ. И получается, что из 295 учащихся всего от 5 до 10% дети из Старого района. Старого района города. Да. Не знаю, в чем причина. Может, не успевают, если у маленьких тренировки вечером, доехать по пробкам, а не хватает времени. В этом надо, конечно, разбираться. Это большая проблема. А так, лед, ну, соответственно, хочется, чтобы было больше льда. Потому что у нас даже команды, которые готовятся к первенству России, да, у нас 4 возраста играет на первенство России, это 2007 год рождения, 2008, 2009, 2010. Подготовка должна проходить на
полным льдом. И в связи с тем, что у нас вот 11 групп, а все учатся, и, соответственно, они днем, с утра там, с 8 утра и до 2 часов дня, они не могут тренироваться, так как они находятся в школе. Да. И получается, что 2 до 8-9 вечера мы должны 11 возрастов протренировать. Если у каждого возраста минимум час льда взять, да, нагрузка, потому что разные там, кто команда взрослые, 17 лет, им надо 2 часа льда. Помладше команда, им 1,5 часа. Еще помладше, 1:15, самым маленьким 45 минут. Соответственно, мы не укладываемся в это время, и нам приходится делать лед на половинку. То есть, на полполя. Полполя, да, с одной стороны. Да, разъединять и делать, да, на полполя. Вот это не хватает в подготовке для... То есть арена в старом районе, не говорю, что Ледовый дворец такой же, как вот в новом районе, да, но может быть крытая хоккейная полная площадка, да, с искусственным льдом была бы очень востребована. Да не то что, даже очень востребована, потому что даже вот ребята, которые заканчивают с хоккеем, да, они попадают в команды. Вот сейчас было первенство в НИЭФ. Участвовало 6 команд в этом первенстве. Студенты те же самые. Им не хватает льда. У нас группы здоровья тренируются там после 9 вечера. И, соответственно, уже там 10:30 никто не хочет кататься. Значит, да? Ночная хоккейная лига у нас раньше было массовое катание. Вот, была секция массового катания. Сейчас мы просто не можем ее открыть, потому что им негде будет тренироваться. То есть ради массового катания придется сократить часы в школе, соответственно. Ну, конечно, да. Сократить подготовку и тренировать детей. А у нас, соответственно, вот база вне льда тоже есть небольшие проблемы, да, это и с залами функциональными по физической подготовке, где маленьких детишек надо выводить на резину, там начинают, а где они с 5 лет, да, прежде чем их поставить на лед, соответственно, лучше надо потренироваться на резине. Какой-то небольшой зал, там даже в 100 квадратных метров, он очень сильно поможет нам в этом, где непосредственно уже специальная физическая подготовка, дриблинг, броски, там все, что касается уже непосредственно хоккея, специализации, у нас тоже пока этого нету. Но вроде говорили, что со временем все это, эти вопросы рассматриваются, проблемы, и нам будут помогать в этом. Да, касательно как раз вот то, что мы говорим, зал для, по сути, первичной подготовки, когда вот, ну, маленький ребенок, я скажу, что вот у меня дочери, да, 5,5 лет, и вообще вот такой вопрос, хоккей он для мужчин все же, или девочки тоже ходят, поступают в секции, играют в хоккей, то есть я знаю, что вроде бы, когда же в Нижегородской области есть отдельная команда женская хоккейная, СКИФ, по-моему, называется, если не ошибаюсь, то есть вообще, есть ли набор девочек у вас в школу? Ну, про набор девочек мы сейчас поговорим. Помимо того, есть и сборная женская команда, да, по хоккею, которая участвует в чемпионатах мира, играет против канадцев, шведов, финнов, американцев и занимают довольно-таки высокие места там. Второе, третье. И мало того, их тренирует эту команду тренер, который у нас был в высшей хоккейной лиге, Евгений Бабарико. Вот, эту сборную женскую команду. Соответственно, очень сильный дивизион женский у нас, да, из клубов там Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Женский хоккей очень сильно развивается. И вот здесь в августе нам поступило предложение от хоккейного клуба женского «СКИФ» набрать, здесь сделать набор девочек. Они будут оплачивать, соответственно, работу тренера, могут своего тренера сюда пригласить, будут снимать ему жилье, соответственно. То есть отдельная женская команда, да, девочковая. Вот именно «СКИФ», да. Мы пока еще... Это все в стадии разработки, так как вот именно, опять же, проблема льда, как говорится, да, его не хватает. Вот. Это надо девочкам тоже давать уже, соответственно, час в день минимум, чтобы их тренировать. Это уже еще один час уходит. И пока вот это все в плане переговоров. Пока это обсуждается все,
все вот нюансы. И я думаю, что в конце года мы опять будем встречаться с руководством СКИФ и опять же обсуждать этот вопрос. Наверное, такие опасения, ну, мы начали с того, что хоккей – это силовой вид спорта, да, где достаточно тяжелая амуниция в плане там, физической большая подготовка. Вот опасения, да, вот с чего начинается учеба вот, в хоккейной школе? То есть, понятно, пришли маленькие пятилетние, там, шестилетние дети, да, и, ну, понятно, что они не сразу на лед пошли там разбивать коленки. Вот с чего начинается подготовка и вообще какие их качества развивает в итоге хоккейная школа у маленьких детей? Ну, давайте маленьких детей. Вот вопрос маленьких детей. Насколько маленьких? 5-8 лет, 5-10 лет? Нет, я имею в виду 5-6 лет. 6-7 лет. Ну, 5-6-7 давайте лет. Возьмем вот, группы вот. СОК. Ну, СОК – это СОК 1, СОК 2, СОК 3. Это СОК 1 – 5 лет, СОК 2 – 6 лет, СОК 3 – это уже 7 лет. Да? Угу. И потом они проходят отбор. Это в других школах у нас как набор идет, он так и остается. Мы никого не выгоняем, не отбираем. Вот. И они переходят уже на спортивную подготовку. До этого у них общеразвивающая программа идет. Ну, в первую очередь, это почему с 5 лет? Кто-то встает с 3 лет на коньки, да? Кто-то приходит в 7 лет на коньки. Мне кажется, здесь самые 5 лет – это средний возраст, самый благоприятный период для того, чтобы начать уже заниматься, вот, одеть ногу в конек, где уже, соответственно, ребенок начинает понимать, да, что тренер какие задания дает, и начинает их постепенно выполнять. Первое, это, соответственно, начинается занятие все вот с земли. Это на резине, это в то же самое, те же самые конечки. Одевают и начинают держать равновесие, статическое равновесие, да. На одной ножке постоять, на двух ножках присесть, на одну коленку сесть, потом встать, потому что лезвие конька 3 миллиметра всего, и это очень сложно на данном этапе для этих детей. Плюс еще мы говорим, чтобы они занимались дополнительными видами спорта, это такие как акробатика, где тоже равновесие, да, и плавание, где они учатся держать на воде. Соответственно, у нас для таких детей, для 5-летних, пока мы возраст разбираем 5 лет, всего 2 тренировки в неделю по 45 минут. Вот, соответственно, 1 тренировка на земле, 1 тренировка на льду. Но когда есть время, мы 2 тренировки можем провести на льду по 45 минут. Соответственно, пока ни о каких клюшках там речь в первые там, полгода не идет. Вот, и у них очень сильно хорошо развивается гибкость и равновесие. Вот, этом... То есть, вот первое самое главное – это равновесие, и чтобы мозжечок заработал правильно. И гибкость. Вот, потому что эластичность мышц, вот, она очень важна. Это если мышцы будут эластичны, и катание будет мягче и плавнее, и, соответственно, меньше будет травм. Ну и, соответственно, начинаем работать над самыми простыми элементами изучения техники катания. Ну, самые простые. Ну, сначала буквально 3 тренировки с подставкой, потом мы ее убираем, чтобы он уже, ребенок, учился держать равновесие. Когда он уже начинает научился держать равновесие, мы приступаем к самым простым упражнениям, единичным, да, там поворотик там влево, поворотик вправо, проехать вперед, там, простоять на одной ножке по прямой, да, равновесие. Вот пока. В 5 То лет... есть, в принципе, ничего страшного. Ну так, по-хорошему, ребенок в 5 лет научится кататься на коньках, держать равновесие, да, не падать. Научится, а будет учиться кататься будет на учиться. Коньках. Даже учиться это на коньках кататься всю жизнь. Люди учатся на коньках кататься. Ну, нет предела совершенства, да? В 6 лет уже они покупают дети форму, начинают уже с клюшками заниматься, уже более сложные идут упражнения в комплексе. Эти упражнения уже на земле. Начинается ОФП, да, уже более динамическое равновесие включается. Потому, ну, им уже, соответственно, 6 лет. Плюс координация начинается где-то с элементами ловкости. Это надо все в комплексе развивать. И, опять же, гибкость. И уже начинаются много подвижных игр. Подвижных в смысле футбол, баскетбол, волейбол? Ну, футбол, баскетбол – это спорт, игры. Подвижные – это чуть-чуть другие. Вот там, например, в подвижных играх там волк и лисица, да? Или там вышибалы, знаете, игры? Ну, да, да. Вот это вот подвижные игры. Спортивные – это все, что
на результат, забить, не пропустить, да, разыграть. А подвижные, они вот развивают... Ну, в общем, движение, в общем. Да, да. Не страшно вроде бы, вот. Но вопрос набора. То есть, если кто-то из наших зрителей вдруг захочет записать вот сейчас, там, посмотрев нашу передачу, записать ребенка в спортивную школу, сейчас набор есть? Да, сейчас набор ведется детишек 16-го года рождения, 15-го, даже 14-го. Вот, но приходит еще и несколько человек 17-го, да, пораньше, видите, с 4 лет. Пока они в группе СОК и пока не перешли на спортподготовку, мы набираем детишек. И чем больше детишек мы наберем, тем лучше. Вот поймите сами, нам приходится конкурировать с такими школами, как вот то же самое «Торпеда», да? Мы играем на первенство России. Города-миллионники – Саратов, Самара, Казань. И, соответственно, у них Уфа та же самая сейчас перешла в Поволжье. У них приходит в секцию 400 человек, 400 детей. Но у них ведется отбор. Мы себе такого позволить не можем, потому что у нас вот в среднем там от 30 до 50, да, когда год, смотря какой, когда много родилось мальчиков. Там, понятно, демографическая ситуация зависит. Да, 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 да. Вот, там приходит 400 человек, у них сразу принимаются тесты, соответственно, у школы. Это тест на гибкость. Тест на скоростно-силовые качества – это прыжок в длину с места. Даже вот в 5 лет уже это дело, в 6, 5-6 лет. И игровое мышление. Вот, например, мы с вами вот на расстоянии там буквально метров 20-15, да, вот нам дают мячик, и ребенок должен показать, как он думает на площадке, там, обыграть влево-вправо и забить мяч в ворота. Соответственно, тренера сначала это покажут. Кто-то это схватывает на лету, быстро обыграл, оббежал и положил мяч к ворота, а кто-то там просто стоит и думает, что от него требует, или просто ходит пешком и не понимает. И потом из этих 400 детей, соответственно, да, отбирают, соответственно, группу. Отбирают 100 человек. 100 человек, это получается 1 к 4, да. У нас вот пришло 40 детей, например. И мы все 40 человек нам приходится оставлять. А потом из этих 40 человек кто-то заканчивает через год, через два. Не получилось, да, бывает такое. Кто-то выбирает другое направление, другую секцию. Это же командный вид спорта все-таки. Кто-то в личный вид спорта уходит у нас, потому что тоже развиты там акробатика, плавание, да, футбол, баскетбол. Кто-то уходит в первый класс в учебу. После четвертого класса дети тоже заканчивают у нас, потому что есть лицеи, гимназии, да, где требуют... И там начинается обучение, да. Репетиторы. У нас соревнования, да, там обучение. И получается, что из этих 40 человек остается в команде всего лишь 15. Это в лучшем случае. И нам приходится вот с близлежащих районов, да, вот Первомайск, который граничит с нами, Ордатов, там Дивеево, ребятишек, кто тоже там в ФОКе есть, и в Первомайске, и в Ордатово, добирать их, чтобы они играли. То есть они здесь как бы в форме интерната живут? За нашу команду? Нет, интерната нет, он был, но почему-то вот ужесточили правила к военно-патриотическому движению, и интернат у нас закрылся. Сейчас ну, у был нас... на базе первого интерната. Да-да-да, сейчас приезжих детей нету, сейчас вот только приезжают на игры. Хочется пригласить всех желающих заниматься хоккеем. Еще раз говорю, занимайтесь хоккеем, любите хоккей, играйте в хоккей. Друзья, на этом у нас все. Я поздравляю всех любителей хоккея с Всероссийским днем, собственно говоря, хоккея. У нас с нами был Сергей Витальевич Колюбакин, тренер спортивной школы «Саров». Приходите в хоккей, приводите своих детей и будьте здоровы. До свидания. Ну а теперь розыгрыш. Друзья, по случаю Всероссийского дня хоккея совместно с хоккейным клубом «Саров» мы разыгрываем вот такую игровую майку с символикой нашего клуба, автографами наших игроков. Для того, чтобы ее выиграть, нам надо подписаться на наш Инстаграм, канал 16 «Саров», ссылка у вас на экране, и оставить комментарий «Хочу майку». Мы случайным образом выберем одного победителя среди комментариев, среди подписчиков, поэтому дерзайте и удачи вам!